следующий раунд двух бойцов не менее интересных. И самое главное, что сейчас с самого начала у нас идет, как я уже сказал, небольшое противостояние между Хабаровском и Биробиджаном. Итак, хабаровчан здесь много, не слышу. Есть хабаровчане? Кто приехал поболеть за Хабаровск, надо услышать вас. Смотрю, оживился зал, хорошо. Итак, встречаем вашего бойца. Все внимание сюда! Болельщиков Биробиджана, наверное, все-таки побольше будет, да? Хочу услышать болельщиков Биробиджана. Много вас здесь? Классическая драка. Три раунда по три минуты. Перерыв между раундами одна минута. Категория до 69 килограмм. Итак, встречаем бурными аплодисментами наших следующих бойцов. Yeah.
Yeah!
своей динамике. Итак, сейчас наши судьи подсчитывают очки и баллы. И мы будем готовы огласить все-таки, кто же стал победителем в этом бою. Yeah.